саженцы чубушника-комсомолец вырастают в компактный кустарник высотой не более 1,3 метра. Его веточки прямостоячие и укрыты темно-зелеными листочками. Цветение наступает рано. На кустарнике распускаются белоснежные соцветия, состоящие из махровых цветочков. Они источают очень тонкий, почти неуловимый аромат. Высаживать саженцы чубушника-комсомолец нужно на солнечные участки. В полутени и тени растения теряет свой декоративный вид. Крупномер чубушника-комсомолец не любит застоя влаги, но требует частого полива. Предпочитает плодородную почву. Весной желательно проводить омолаживающую обрезку. Чубушник венечный комсомолец – это кустарники высотой 130 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Окраска цветка белая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 4,5 см. Весной листва по цвету зеленые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.